Привет! Вы смотрите канал 100 пудов или полезные советы. И с вами я, Килотон. Сегодня я расскажу, как дома при помощи обычных предметов, ну опять же, это если нет под рукой обычной открывачки. Или же, может быть, вы будете находиться вне дома, ну допустим, там, я не знаю, на лестничной клетке, в гараже, где-нибудь в павильоне, на природе. Ну, обычные, в принципе, предметы могут стать полезными для открывания пивных бутылок. Если есть вторая бутылка пива, в принципе, ничего тогда не понадобится. Почему? Потому что можно открыть одной бутылкой другую. Вот так. Если же бутылок других нет, есть только одна бутылка, я покажу, как открыть одну бутылку двумя способами. Первый способ — при помощи ножа. В данном случае у меня в руках нож для нарезки хлеба, пилочка. Но нож обязательно должен быть, ну, хотя бы немного усиленным. Почему? Потому что тонким ножом для, допустим, чистки картошки там или каких-нибудь других овощей или фруктов, может быть, при тонком ребре, значит, или согнуться, ну, или, не дай бог, сломаться лезвие. Если же нож немного усиленный, он вполне сгодится для открывания пивной бутылки. Для этого нужно взять бутылку за горлышко, вот так, обхватом кулака, значит, в руку. Берете нож, я не знаю, правша вы или левша, берете нож, я беру в данном случае в правой руке, в левой у меня бутылка, в правой руке нож. И вот так накладыванием на лицевую сторону большого пальца и стороной ребра усиленного ножа подводите к крышке, упираете об палец и вот так вот проворачиваете вверх. Бутылка открыта. В случае же с ложкой обычной, столовой там, или может быть десертной, сгодится любая, даже может быть и чайная, если у нее, ну, достаточно крепкая ручка. Вот. Так же самое, также берете бутылку в обхват, левой рукой, в данном случае я беру правую ложку, ложку держа за, в обратную сторону ручкой. Вот, накладывайте опять же на лицевую сторону этого самого пальца большого. И вот так вот, таким движением открываете. В данном случае у меня соскользнуло. Вот так. Открываете бутылку пива. Ну, вот и все. В принципе, секреты несложные. Для тех, кого... для кого они покажутся смешными или, может быть, ну, вполне знакомыми, то я хочу вас успокоить. Это абсолютно для тех людей, кто, может быть, в первый раз с этим столкнулся. Спасибо за внимание.